На крышу залетаем, на большую или на маленькую? Будем ждать, да? Если сразу вижу врага, ну, ноготь, да? На крышу. Надо быть аккуратнее, потому что могут люди на баге быть. Ну, вон там вот. Там можно залазить. Угу. Да это уже давно. Вообще. Буквально час. О, у нас люди. Все равно пока не поменялся. Вот он, перед нами на канатку. Их двое. Вообще не попадаю, но не регает. Не знаю. Там, по-моему, надо вторую обойму попадать, чтобы лук носился. Я не знаю, можно к ним залететь. Не вижу. Ну, они убили тех. На первом этаже есть еще. Marked a location. Ой, хорош. Чуйка не подвела. Посмотрите в мой труп просто. Посмотрите сюда. Нифига. Ой, блин.
Они еще не весь рад, не всю радку залутали тут. Ё-моё. Я столько лута сроду не видел в жизни. Ух ты, ух ты ж. Так, кто-то на речке есть? Ё-моё! И они ещё не всё тут залутали. Я пойду там ящики полутаю. Такие. А... Груда выпала. Нифига. Охренеть, как будто на сопровождение попал. Капец, просто не зря сели, не зря. А вам что, не надо, что ли, деньги? Я ваш вот этот рюкзак возвращаю. I got supplies. А у меня места нету, у меня все. Ой. Ё-моё. И это тут во снах снился только. Ё-моё. У них стопудово ножка есть. У меня вот пылька. А вот тут еще. Так, у меня 11 патрон. А тут будет. Что? Вот. Нифига. А там я не понимаю, там нужно вот это вот. А вы просто играете, да? А я сейчас такая разница. Вроде бы разницы не будет. Они какие-то как-то залутали, что-то не залутали. Ну все, можем на выход идти. Офигеть, столько лута. Так, я наверху посмотрю еще на всякий случай. А, вот, тут еще не залутано. Блин, куда это все вмещает? Надо было посмотреть, еще они письмо там открыли. Только лута. Ну, тогда если вечером будете играть, то и увидимся вечером. Ну или полчаса, если будете играть, то пойду.
А может, с вами поделиться все-таки? Ну ладно, как знаете. Ну, все, спасибо вам за игру.